Хочу рассказать вам о такой проблеме. Вот мы находимся сейчас на улице Днестровской. Вот у нас прекрасное заведение находится. Пивной этикет называется. Прекрасное заведение, в кавычках. Вот детки наши гуляют. И буквально 3 метра какие-то алкаши. Они все прекрасно в жизни, они выясняют. Тут отношения различные. Дерутся, выпивают, сидят здесь на стульчиках даже, у них тут летка. Вот. Здесь, значит, детская площадка, а здесь у нас жилой дом, буквально в 30 метрах. Вот, здесь обычно оставляют машины, слушают громкую музыку. И вот тут у нас еще, кстати, трава уже по 3 метра ростом человека растет, полынь прекрасная. Или беда.